против всех исчадий из глубин преисподней, против всех нечестивцев рода людского, против легионов мы выставим тебя одного. Рви и кромсай, пока не иссякнут. Мне их не сдержать! Это они! Нет! Все назад! Бегом! Они повсюду! Потери исчисляются миллиардами. Нам осталось лишь молиться. Молиться, что он нас не оставит. Прием! Кто-нибудь, если вы слышите, ну хоть кто-то! Пытаюсь запеленговать жреца преисподней. В настоящий момент захватчики контролируют почти 2/3 планеты. Мы запеленговали жреца преисподней. Цель помечена, но сигнал весьма нестабилен. Ибо их не страшит воинство людей. О, нет! Только он один. Печать зверя приводит их в ужас. Спасите нас!
под защитой! Вы не можете! На 36,8%. Осталось еще два жреца. Thank you.
Корпорация хочет поблагодарить вас за поддержку. Ваши страдания вдохновляют нас каждый день.
Забудьте о будущем. Живите страдания в настоящем. Цитадели демонов. Отмечаю точку на индикаторе. Прямо над вами находится место сбора жрецов преисподней. По моим данным, в самом центре этого комплекса имеется лифт. Thank you.
сражаться. Но за пределами своих владений она в полном смысле неуязвима. Ничего не изменит! Мир будет принесен в жертву великой Кан-Созидательнице, и источник мощи вновь наполнится до краев. Как предначертано, он поглотит жалкие души неверных! И даже ты не спасешь их от воздаяния! Послужить нам за грехи. Воля Созидательницы — закон для каждого. Я активирую портал. Ты знаешь, ведь ты сам карал послушника.